Привет, прогрессивный народ, это истинный следователь. Хочу сейчас немножко поговорить об организации Петроэлектросбыт. Не очень я понимаю вообще, зачем он существует. Как-то говорит, посредник ненужный. Вроде они говорят, что это вот с населением работать, там РАО ЕС, ТЭКи. Они продают электроэнергию, а это вот такая шарага, которая посерединке, народ туда бегает. Кем она точно организована, фиг знает. Я понимаю, что это лишь увеличивает цену. Любой посредник увеличивает цену. И вот этот домик, что я хотел показать вам, они понастроили домики. Зачем они? Чтобы народ ходил с денежками и спрашивал про какие-то компенсации. Так компенсации уже нету ни хера. Ну, даже вот инвалидам там всяким. Чё сюда ходить? Просто у них, видно, бабла девать некуда. Столько наворовано, что можно строить эти домики. То есть оплату через банки. Есть банки. Через банки все без процентов. Люди должны иметь возможность платить. Без процентов именно. Потому что банки... Даже за квартплаты и электроэнергию многие здесь берут платы 1.5%, 3%. Вот. Платы ПСЖ там часто 3%. Ну, это охереть, воровство. Поэтому просто банки и все. Зачем эти домики? Специально для электроэнергии, для воды еще специально сделать. Это все выливается в лишние траты для людей. Ну, какие-то дебилы ссаные там ботаны будут говорить, что ну да, это вот деньги есть для удобства, херня все, просто надо экономить. Ну и воров сначала выгнать, конечно, а так всегда надо экономить. Поэтому я сюда давно не хожу, просто через банк или через интернет-банк или с карты можно заплатить. Платить-то неохота, естественно, потому что это варье поганое, завышено в 1000 раз, 100 раз, я считаю, киловатт копеек стоит, продают его. Последнее, сколько он стоил, 4 рубля, 4.30, по-моему. Вот. Ничего у меня не подключено, естественно, мега мощного. Ну, фигня там, компьютер 200 ватт, холодильник 200 ватт, телевизор еще 200 ватт. Все. И то получается дофига. Именно дофига. Не кажется, что дофига, а нормально по сравнению с доходами. Вот такой вот у них домишко. Нафиг он построен? Еще раз повторю, непонятно. Ну, народ бегает, да, платит. Еще, ну, если бы, еще что я хотел сказать бы, что если бы народ бегает, ну ладно, бегает, сделали бы время. То есть он работал бы, когда народ не работает. То есть там с 15 до 12 сделал бы я. И все. А он там работает тоже там до 8-9. То есть бред какой-то. Это старая действительно советская система. Ничего нету тут вокруг. Все это вот Советского Союза, говно какое-то старое. Ничего нового они не придумали и не могут придумать люди, потому что у них в мозгах этот говно наложили им, чтобы они не думали о прогрессе. Просто чтобы работал, а и сдох. Обычно все, кто работает, они просто сдыхают, они даже до пенсии не доживают. А, ну и как вы можете посмотреть, вспомнить там год-два назад Ленэнерго уворовал около 10 миллиардов. Я так, несколько случаев было, 10-20 миллиардов воровали, прятали в банке Таврический, великие бессильные структуры ничего не сделали, они что-то там, какого-то мужичка нелепо задержали, явно, что это не он один, работала команда, работала она с чиновниками, с самыми, со всякими, с губернаторами, вот, может быть, что-то втихую мимо них увели, но все закончилось это ничем, как и с теплосетью. Ну, это можно бесконечно говорить, это не вранье. Посмотрите, поищите информацию. Результаты хер. То, что платил народ за электроэнергию, все уворовано, выведено.
Америку, да, ну, в Панаму, не знаю, в Австрию. В общем, такие дела. Что нужно делать, я уже говорил 100 раз. Тот, кто вот структуру, смотрите, продает, ТГК. А этот посредник, Петэлектросбыт, ТГК. Нет, РАО ЕС будет продавать здесь, не тепло. Вот, она должна быть не каким-то мужикам нелепым, бандитам принадлежать, а акции у города, бюджет, ну, народу, я не знаю, городу, в общем, не каким-то хуям. И все. Ну, а этого посредника можно оставить. То же самое, организация должна быть чисто государственная, 100%, никаких коммерций. Стоимость киловатта должна быть прозрачно раскрыта, не придумываться, как сейчас, бандитами. И на торгах определяться, то есть торги, например, падает спрос, значит, падает и цена. Ну, сейчас вот активность народа, затрахали народ, бандиты, и у него падает, поэтому должна падать и цена, но она же не падает. Ну, в общем, все элементарно. Все, братья, вы все поняли. Слава революции, пока. Ой, слава мне, великому следователю. Только я говорю про прогресс. И я велик, что тут сказать.